Инноваций в сферах экономики, здравоохранения и образования станет больше. СГУ и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Событие это войдет в историю нашего университета второго его века, второго столетия. Я думаю, что это и для истории губернии важное событие. Подписание договора о сотрудничестве между правительством Саратовской области и Саратовским государственным национальным исследовательским университетом. Исторический документ решили подписать в аудитории, наполненной историей. Портреты бывших ректоров вуза стали свидетелями важного события. Подписание соглашения поможет развитию научных проектов молодых ученых университета. Прежний состав правительства, по сути дела, игнорировал университет. За редким исключением, министры не любили приезжать, за редким исключением, обсуждать наши проблемы, а главное, не пытались понять, что уже сделал, что еще сможет сделать университет для губернии. Теперь все изменилось. Губернатор решил лично поддержать научно-исследовательский центр. Сегодня идет реформа высшей школы, и в любом направлении будет 10 ведущих вузов. И если мы с такой базой не будем в этой десятке, это будет слабо. От власти слова к делу. Свои подписи под документом ставят ректор университета и губернатор области. Как построить образовательную систему, обеспечить рынок труда грамотными специалистами и привлечь капиталовложения? Общий тандем власти и вуза поможет найти ответы на эти вопросы. То, что случилось сегодня, это организация системной взаимной работы по образованию, по науке, по инновациям в регионе. Своими новейшими исследованиями вуз делится с губернатором сразу же. Вспомнили о проблемах археологического памятника в поселке Увек. Валерий Радаев пожелал, чтобы соглашение оказалось не просто красивым и грамотно написанным документом, но и реально работающим и приносящим результат. Елена Макарова, Иван Серяпин, Ярослав Питко, Вести, Саратов.